Мне друзья рассказывали, был случай. Ребятишки узнали из рекламы телефон аптеки, которая предлагала какие-то последние средства от головной боли. И записали 4 фразы. Первая. Добрый день. Вторая. А у вас есть что-нибудь от головы? Третья. Понятно. А есть хоромабуру? И, наконец, последняя. А вы не подскажете адрес? Затем поднесли трубку к колонке и позвонили в эту аптеку. Алло, алло, аптека слушает. Добрый день. День добрый. Слушаю вас, слушаю. А у вас есть что-нибудь от головы? Да, конечно. У нас самый большой в городе выбор медикаментов. Можно сказать, есть все. Понятно. А есть хоромабуру? Вы знаете, я что-то слышала об этом препарате. Это, по-моему, очень сильное слабительное. Но тоже своего рода от головы, правда? Потому что после его приема о голове вообще не вспоминаешь. Нет, вы знаете, у нас такого нету. Спросите в других аптеках. А вы не подскажете адрес? Ну, пишите. Город Москва. Ой, дальше не помню. Адрес запомнили? Все, до свидания. Добрый день. Господи. Сразу видно больной. Мужчина, мы с вами уже здоровались. Вас кроме головы еще что-нибудь интересует? А у вас есть что-нибудь от головы? Вот я смотрю, вам не мешало бы голову подлечить. Я говорю, у нас есть все для любой головы, даже для такой, как ваша. Все, кроме этой хоромабуры, вам понятно? Понятно. А есть хоромабуру? Ой, как все запущено-то. Мужчина, я смотрю, у вас давно с головой-то. Вам не к нам надо. А вы не подскажете адрес? Мужчина, вам туда надо, где справки выдают. Желтого цвета. Все, до свидания. Добрый день. Мужчина, день давно уже не добрый. Если вы хотите испоганить мне настроение, то бесполезно. Я спокойная. А у вас есть что-нибудь от головы? А это вы спросите у санитаров при встрече. Я смотрю, вы из буйных. Мужчина, вам там будет весело. Там таких, как вы, много? Понятно. А есть хоромабуру? Есть. Кого там только нету. И хару, и мамбуру, и Джавархана Неру. А вы не подскажете адрес? Мужик, ты лучше свой скажи. За тобой скоро приедут, ты не сомневайся. Ты только скажи, звать-то тебя как? Галина Бланка? Добрый день. Ах, вот как тебя зовут. Добрый день. Ты, наверное, индеец, добрый день, а? Слушай, извини, я забыла представиться. Если ты добрый день, тогда я Клара Цеткин. А у вас есть что-нибудь от головы? Добрый день, тебе уже ничего не поможет. Я чувствую, мне уже ничего не поможет. Понятно. А есть хоромабуру? Слушай, добрый день. Отстань от меня, пожалуйста. Я тебя прошу. Уже есть хоромабуру. Только что завезли. Только что. Только для эффекта нужно принимать вместе с пургеном. А вы не подскажете адрес? Слушай, добрый день. Я тебя сейчас по такому адресу пошлю. Ты забудешь, как тебя зовут? Добрый день. Ты смотри, помнит еще, а? Добрый день. Если ты хочешь вывести меня из себя, бесполезно. Я спокойная. А у вас есть что-нибудь от головы? Тебе понятно? Понятно. А есть хоромабуру? Слушай, мужик, да не пошел бы ты. А вы не подскажете адрес? Все, мужик, ты дождался. Даю адрес. Пиши.